Сабрина мажется. Участница недавней акции с гробом на площади Советов, панк-певица Сабрина Амо, она же лидер республиканского отделения партии «Яблоко» Наталья Семенова, заявила, что акция была всего лишь репетицией будущего клипа ее группы «Аборт мозга». Пытались анонсировать клип, но получили повестку в суд. Помолитесь за нас, братья и сестры. Да пребудет с вами сила духа. А вот сотрудники полиции, видимо, не поверили в версию с клипом. Они вручили Наталье и ее партнеру повестки за несанкционированный митинг. И правда, выбор места для репетиции странноват. По данным наших источников, с той самой площади, где любит репетировать Сабрина Амо, новым ректором БГУ скоро станет депутат Госдумы, бывший министр образования Бурятии Алдар Дамдинов. Срок полномочий пока еще ректора Николая Мошкина истекает завтра. Ни сам Дамдинов, ни пресс-служба БГУ эту информацию официально не подтверждают, но и не опровергают. Зима все ближе. Во многих местах Бурятии уже выпал снег. Тунка, Ака, Закамна. Жители этих районов уже насладились или продолжают наслаждаться зимней сказкой. Лежит снег и на перевалах. Эти кадры из окна машины снял сегодня наш корреспондент по пути из Торунтаева в Улан-Удэ. Синоптики обещают в ближайшее время еще большее похолодание и мокрый снег. Будьте осторожны на дорогах и одевайтесь теплее.